Всем здравствуйте! Добро пожаловать! Я рада вас видеть на эфире закрытия выставки ОТМ-2324. Добро пожаловать! Присоединяйтесь! Здравствуйте! У кого-то еще день? Слышно? Меня видно? Добрый вечер! Здравствуйте! Отлично. Кто скучал по подаркам? Конечно же. Это взаимно. Итак, напомню на всякий случай, меня зовут Ульяна. И сегодня я вновь буду раздавать подарки самым активным, всезнающим, внимательным участникам. Доброго вечера. С нами Беларусь. Доброй пятницы. Всем привет. Пока все собираются. Я думаю, что у нас есть минут 5 пообщаться. Гигиенические 5 минут для опоздавших, задержавшихся. А пока есть время, хочу по традиции узнать у вас, как вам выставка, насколько она вам понравилась. Как вообще вам это? В этот раз она была аж 3 недели. Достаточно насыщенная, наполненная с арабскими мотивами, полна люкса. Чатик — это просто отдельный вид чего-то прекрасного. Да, материалы сохранятся, они будут доступны вам как минимум еще год. Что касается материалов выставки, каталогов, вебинаров, вы можете смотреть их в записи на YouTube-канале. Что касается визиток, контактов из нетворкинга, лучше скачать в последний день нетворкинга, чтобы это все сохранилось. Успевали работать. Да, насыщенные у вас рабочие будни сейчас. Жара самая. Бархатный сезон. Спасибо вам. Да, вам спасибо за то, что... Вообще интересуетесь продуктом, регистрируетесь на выставку, смотрите вебинары. Без вас, в принципе, этого бы не было. Презентации. Вы имеете в виду видео или презентации в виде каталогов? Каталоги есть не у всех, да, это верно. Видео вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале в записи. Ну что, расскажите, что больше всего запомнилось, что больше всего понравилось. Ну, прошу прощения за мой голос сегодня. Аллергия и рок-концерты — несовместимые вещи. Вот, согласна, да. Все прекрасно. А что больше всего понравилось? Какие темы? Может быть, из редакционных эфиров какие-то больше всего принесли пользу? Угу. Ямайка. А что еще? Угу. Спасибо за обратную связь. То есть было много нового, чего еще не знали, да, не сталкивались в работе с данными направлениями. Да, согласна. Как думаете, почему? Спикеры крутые? Или материал интересный? Так, нас уже 117. Не хватило других зимних направлений. О, про маркировку рекламы, да. Наслышано, насколько там было жарко.
Индонезии. Угу. Все фиксируем. Все учтем на будущее. Учтут. Так, через минуту мы будем начинать. У нас уже почти 120 человек. Я пока думаю, пока вы пишете по обратной связи, немножечко пробегусь по цифрам и фактам, которые были на этой выставке. Как обычно, более 2000 участников. С нами были бы это все вы. Более 50 экспонентов. Ну все, маркировка в сердечко попала всем. Отличный был эфир. Спасибо. По Беларуси накладки были в эфире. Ну да, тайминг штука такая, ее все время хочешь соблюдать. От и до, но иногда не получается, да, печаль. Иногда технические, да, неполадки все-таки бывают. Ну, на самом деле, выставка была обширная, по времени длительная, и старались не загружать ежедневно вебинарами так максимально с утра до вечера, чтобы была какая-то разрядка между ними. Итак, ну что? Я думаю, что пора начинать. Все готовы? Давайте плюсики. Или кто-то не готов? Никто не хочет подарков? Кто хочет? Круто, круто, все хотят. Я попрошу коллег скинуть ссылку с тестированием, на которое у вас 20 минут. 20, я учла свои ошибки, я из эфира в эфир. Говорила, что 10, пугала вас этим, но на самом деле, да, я помню, что 20. У вас будет 20 минут ответить на все вопросы. Потом я немножко нагружу вас бюрократией, расскажу, какие у нас подарки, какие правила. Итак, ждем ссылочку. Перед тем, как засечь время, нужно проверить, все ли у вас работает, у всех ли она открылась. Е-е-е, вот и ссылка. Ну что, я даже сама зайду и проверю. Так, у меня все открывается, загружается. Как у вас? Отпишитесь, пожалуйста, у нас буквально пара минут на вот эти вот. Не открывается, не загружается, у меня что-то с интернетом. Проверьте, перезагрузите, зайдите через Google Chrome, нажмите еще раз, посмотрите, что вы заполнили профиль ваш, что вы зарегистрировались. У меня вот все есть. Кнопки нет. Так, опять кнопки нет. Из раза в раз. Коллеги, пожалуйста, проверьте, все ли открыто, все ли работает. Так, уточняю техподдержки. Да, она просто медленно прогружается. Это нормально. Мы с вами бывалые, мы помним, что так происходит всегда. Итак, у вас есть 2 минуты, чтобы кнопка появилась. Я вот, смотрите, держу за вас пальчики. Сейчас все появится. И ровно в 18:10 мы начнем тестирование. Есть кнопка, она есть. Подождите. Перезагрузитесь и подождите. Давайте повторим ссылку. Она уехала. Пожалуйста, коллеги, продублируйте ссылку. Или закрепите. О, у меня не видно. Может, у кого-то тоже не видно? Отлично. Так и появилось. Нас все больше.
Ну что, через несколько секунд начнется обратный отсчет, как в ракете. У тех, у кого нет, у вас есть 20 минут. Ну все, начинаем, засекаем время. 20 минут пошли. Увидимся. Всем удачи! What the world needs now is more than a holiday. We need to come back to feeling our best selves again. Back to inviting. Back to caring. Back to life. Back to the little bit of Jamaica that's inside all of us. Come back to being lively again. Back to laid back. To fantastic. Come back to making the best decisions you've ever made. Because, hey, we're in Jamaica. Come back to mouth-watering, heart-pumping, breathtaking. It's time, don't you think? Come back to the vibe that comes alive in Jamaica.
Идеальное путешествие – это искусство. Мы совершенствуемся в нем с 1992 года. Более 100 туристических направлений, 5000 турагентств-партнеров, около 3 миллионов довольных клиентов, 130 сотрудников в 4 офисах в Москве и в Дубае. Компания Art Tour – один из признанных лидеров туристической индустрии в России в премиум-сегменте. Art Tour – член Российского союза туриндустрии, имеет все финансовые гарантии для осуществления туроператорской деятельности. Туроператор Art Tour отмечен дипломами Госдумы России, правительства Москвы, Департамента туризма Дубая, Министерства туризма Маврикия, наградами ведущих авиакомпаний и гостиничных цепочек мира. Компания гордится призами «Туристический бренд года», «Туроператор года» и многими другими. Art Tour является официальным представителем в России компании Le Boat, крупнейшей европейской компании по прокату речных судов. Прямые контракты с поставщиками позволяют нам предлагать конкурентные цены. Выгодные условия привлекают к нам партнеров. Квалифицированные менеджеры компании помогают принимать решения даже самым опытным агентам и клиентам. Ознакомительные программы и информационная поддержка дают возможность лучше разобраться в предложениях туроператора и качественно представлять их на рынке. Наши цены – это результат большого объема продаж и тесного сотрудничества с партнерами. Мы готовы показать вам мир. Объединенные Арабские Эмираты и страны Арабского Востока, острова Индийского океана, страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В 2011 году Art Tour открыл собственную принимающую компанию в Дубае, на базе которой организован офис посольства Евразийской туристической организации в Объединенных Арабских Эмиратах. Мы любим свою работу, нам доверяют, мы динамично развиваемся, ориентируясь на качество услуг и индивидуальный подход к клиенту. Доверьте нам организацию любого путешествия, и вы убедитесь, Art Tour – искусство туризма из первых рук.
Спасибо. Раз я появилась, значит, время закончилось. Я надеюсь, все успели. Сейчас я вам скину правильные ответы. Точнее, мои коллеги скинут правильные ответы и закроют ссылку с тестом. Ну, время 30 минут, да, коллеги только сейчас закроют ссылку с тестированием. Должны зачесть. Вы же успели нажать кнопку? Завершить. Все, отлично. Так, ну что, пока вам скидывают правильные ответы, чтобы вы каждый себя проверили, поняли, что нет никакого жульничества, все честно. Я вам напомню наши призы. Итак, два приза по три ночи в парк Ротана и три ночи в Duke Ste Palm Dubai. Шикарные призы, считаю. По мотивам выставки в самый раз. Сейчас я расширю свой экран, чтобы вы видели. И пока вы проверяете правильные ответы, ну, я забыла, как это сделать. Так. Угу. Так. Всем видно мой экран? Я не вижу, что мой экран видно. Так. Угу. Так вот, идем к рейтингу. Где тут у нас звезды? Обновляем. Сколько у нас претендентов? Пока вы проверяете ответы, все баллы должны... Да, вот я вижу, что они все залиты. У всех они добавились. Сейчас проверим, сколько претендентов на призы. Так. 30. Как много. Ого, больше 50. Что такие молодцы все? 52. 52 претендента на призы. Угу. Значит, сейчас я вам покажу, как я буду их разыгрывать. Три случайных числа от 1 до 52 претендентов. Все же помнят правила? Или хотите, чтобы я повторила? Долго, нудно рассказывала. Все ознакомились с порядком розыгрыша? Напишите. Так. Кто-то хочет, чтобы я повторила? Я могу. На самом деле все просто из лидеров рейтинга. Как вы сейчас видели, их 52. Мы выберем в порядке случайных чисел 3 числа. И по порядку это будут наши победители. Их порядковые номера, скажем так, определит рандом. Великий рандом. Так, ну все, чувствую себя Дедом Морозом. Все видят? Все видят, да, что я сейчас нажму? Все готовы? Так, барабанная дробь. Я надеюсь, я правильно все написала. Ой. 3, 49, 19. Пошли искать. Пошли искать, кто это. Сейчас я переключу экран. Простите, у меня просто завис интернет. Он, наверное, радуется так же, как и я за вас. Так, ну, найдем сначала
Не, ладно, давайте по порядку. Я так волнуюсь. Так волнуюсь. Елена Егорова из Санкт-Петербурга. Поздравляю, вы у нас получаете 3 ночи в Ротана парк. Дальше. Номер 49. 49. Анна Батагова. Батагова. И простите, если вдруг неправильно, из Ярославля. Поздравляем, вы получаете тоже 3 ночи в парк Ротана. И кто у нас следующий? Кто, кто? 19. Ирина Петрухина из Рязани. Поздравляю, сегодня дни девочки. Я так рада. Так рада. Всегда радуюсь, когда девочки выигрывают. Мужчины, не обижайтесь. Ну что, поздравляем победителей. Очень рада. Очень рада, что нас так сегодня много. И такие крутые призы уйдут очень достойным людям. Поздравляю вас, девушки. С вами свяжутся сотрудники Profit Travel на следующей неделе обязательно. Вам нужно будет подтвердить свою деятельность. Ну, все стандартно. И вам вышлют ваши призы. Ну что, всем спасибо. Всем желаю отличных выходных, хорошего вечера пятницы. Я не плачу, я радуюсь. Вы что? Спасибо вам, да, да, спасибо большое. Спасибо, что участвуете. И так активно. С победителями обязательно свяжутся. Да я не расстраиваюсь, коллеги, вы с чего решили? Все хорошо. Я, наоборот, очень рада. Очень рада за победителей. Да, дипломы будут. Обязательно, если выполнили условия, за которые подгружаются дипломы. Посмотреть нужное количество видео, и они автоматически подгружаются. Да, все верно, исправил. Вижу, вижу. Ну что, будем прощаться. Я надеюсь, все довольны результатами выставки, новыми знаниями, настроением. Желаю вам всего хорошего, продуктивных рабочих дней и предстоящих выходных. Всем спасибо и пока-пока.